Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Я вас приветствую. Сейчас я покажу вам, как зарегистрировать свой аккаунт в компании FFI. Сейчас мы с вами на сайте компании. Ссылочку вы получили от своего знакомого. И мы регистрируемся. Вначале выбираем язык. В нашем случае русский. Его можно выбрать либо внизу сайта, нажав на русский язык, либо Евразия. Вот он здесь, русский язык. Нажимаем «Регистрация», выбираем регион, в нашем случае это Украина, выбираем язык, русский, нажимаем «Продолжить», компания, «Продолжить». Соглашаемся с условиями и положениями. Продолжить. Так, здесь сейчас нам надо выбрать логин, то есть ник, который будет у вас в этой компании. Например, это будет слово «успех». Пишем английскими буквами. «Успех». Например, успех 007. Проверить на доступность. Такой логин еще не зарегистрирован, он свободен. Продолжить. Вы уверены, что хотите зарегистрироваться? Да, уверены. Теперь мы заполняем все данные и пишем это латинскими буквами. Иван Николаев. Здесь компания пропускаем, имя и фамилия на сайте. Можем написать, а можем просто скопировать отсюда. Копировать, вставить, пробел. Копировать, вставить. Теперь имя и фамилия для оплаты. Мы копируем уже все вместе. Копировать, вставить. Эти строчки мы пропускаем. Пишем месяц рождения, дата рождения и год рождения. Так, идем дальше. Адрес для доставки тот же, что и платежный. Если тот же, ставим галочку. И пишем. Пусть это будет улица Мирная, 7, квартира 15. Например, для примера. Так, выбираем город. Пишем Одесса. Выбираем штат. Ну, в данном случае это область, Одесская область. Почтовый индекс. Страна Украина уже выбрана. Телефон. Такой телефон у нас. Второй телефон можно писать, можно не писать. Адрес электронной почты. И выбираем пароль. Придумываем для себя пароль. Запоминаем и продолжаем. Так, выбираем стартер кит, да, который стоит $29.95. Опускаемся вниз странички. Продолжить. Итак, пожалуйста, проверьте информацию. Мы проверяем все, что мы здесь написали. Плательщик. Такое-то, имя такое-то, отчество мы потом всегда можем дописать, фамилия для доставки, имя на сайте,
Это можно изменить потом. А дата рождения. Проверяем, что был правильный телефон, электронный адрес. Адрес доставки обязательно правильно. Ваш ник и пароль. Все проверили. Идем дальше. Итак, мы зарегистрированы. Теперь необходимо произвести оплату $29.95. И выбираем, как мы будем платить. Кредитной картой. Выбираем кредитной картой. Продолжить. А здесь уже вставлено Иван Николаев, адрес и так далее. Все вставлено. Так. Теперь мы выбираем здесь тип карты, Visa или MasterCard. Здесь мы пишем номер карты. Свой номер вставляете в этом номере карты, 16 знаков. Выбираем срок действия карты и код безопасности, который на обороте карты. Я написала 1, 2, 3, мы выбираем ваш. И нажимаем «Продолжить». Я нажимать не буду, потому что данные неправильно написаны. У вас должны быть свои данные. Поэтому такой карты, скорее всего, не существует, и платеж не пройдет. Когда вы введете правильные данные, то, нажав «Submit», с карты будет снята необходимая сумма $29.95, и вы становитесь полноправным партнером компании FFI, с чем я вас и поздравляю. А на этом все. Всего наилучшего и до встречи!